Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Сервал, и мы продолжаем проходить все равно кейсики. Как вы помните, в прошлом эпизоде мы закончили с мощными квестами, осталось только отчитаться по некоторым из них. Отлично. Ну и таки теперь можно отправляться наконец-то по сюжету, благо что нас теперь ничего не держит. И нужно нам по сюжету в Центральный банк Кросбола. Точнее, в Международный банк. А он находится у нас вот здесь. IBC ビルか. 何度見てもすげえビルだな. Здание МБК. Не важно, сколько раз я его вижу, но все еще кажется мне великолепным. こうして見ると, 余裕で 10回以上あるみたいだな. Понимаешь, так не такое ощущение, что там этажей 10 как минимум, но их там 6 вроде как, или 5, больше точно. 確か16階建てのはずよ. Я правильно помню, это 16-этажное здание. А, то есть там типа еще вверх эта круглая штука простирается, ну из них меня сегодня не видно. Соноучи, 5階から10階までは 外部の会社が入っているみたいね. Похоже, что внешние компании занимают этажи с 5 по 10. Ну, вы здесь 10 этажей-то нашли, я не могу понять. Если это вот боковые штуки, как откуда их там 10-то? Сонамка. Вот как? クロスベル氏の税収に相当貢献していそうですね. Похоже, что они неплохо вносят лепту в это, господи, в сборы налогов Кросбола. Сорде, доусрена. Так что нам делать? А поинту мы наши не кичат так до. Мы прошли без записи, но. Соне, мазва, накану кецкете киите мимашо. Сначала предлагаю спросить на стойке регистрации. Эли? Эли? Господин Эрнест? Кигуда, конна такого даунанте. То есть совпадение встретить в подобном месте. Минна еще туюкото, а кейсац на йоджи де китанукай? Что же касается тебя вместе с остальными, это значит, что ты здесь по делам полиции? Скоси шрабелю кото на аримаште. Да, есть кое-что, что нужно уточнить. Эрнест-сан, ва ожи-сама но гойо деска? Господин Эрнест, у вас какие-то дела с дедушкой? А, 事務所の運営資金の管理についての相談をね. Да, хотел проконсультироваться с ним касательно управления офисом, который занимается финансированием. 来月から特に忙しくなるし、いろいろやりくりが大変なんだよ. В следующем месяце все будет особенно плотно по расписанию, поэтому будет непросто уладить все. そうですか. Ясно. それで, Эли. И, кстати, Эли. 少しは考えてくれたかい? Я обдумала то, что я говорил. はい。Да. И, как и следовало ожидать, мне не стоит отступать от полиции пока что. Я все еще ничего не достигну. И видите ли, пока я не достигну и не достигну того, что мне нужно, я и в половину не буду считать себя достойным человеком. С другой стороны, я думаю, что я лишь буду сдерживать своего отца. Дага, однако, то, что вы ищете, действительно лежит впереди той дороги, которую вы выбрали. Вдруг это лишь иллюзия? Я слишком много значения придаю слову «мирадж» в данном контексте, наверное, да? Или это очень символично со стороны игры так сделать? Ведь как мы знаем, что один из элементов — это мирадж, что бишь иллюзия. Возможно. Но за эти два месяца я многое всего повидал. Устраняя эти проблемы одну за одной, у меня возникает ощущение, что я постепенно расту. Возможно, если бы я стал служащим, как и вы, и стал одним из секретарей отца, я бы не смогла получить подобный ценный опыт. Десから、ごめんなさい. И потому я вынужден измениться.
今の立場で頑張りたいと思います。По крайней мере, пока я не стану полноправным членом общества. Я хочу сделать все, что могу на текущей позиции. Ну, похоже на то. Ну, у нас часа два еще есть, Ирл, так что за два часа точно успеет. Бьорн, собственно, ваша неуверенность исчезла. Прошу прощения. Вакатта. Моу нанимо иванайо. Хорошо, больше ничего говорить не буду. Яре, яре. Эх, а я надеялся, что смогу получить себе надежного подчиненного. Вот ничего. Похоже, вы разрушили мои ожидания. Господин Эрнест. Впрочем, верно. Я больше хотел, чтобы вы пришли на церемонию или на церемонию во время празднования дня рождения города в следующем месяце. Хотелось бы, конечно, чтобы ваша матушка пришла, но... Я думаю, вы понимаете, что довольно одиноко, когда ни один из членов семьи мэра не приезжает. Я поняла. Арнесто-сан, ирой-рото аригатоу гозаймас. Кристина Эрнест, спасибо вам большое за все. Ичио, кимино сенсей датта котом арши не. Но все-таки я когда-то был твоим учителем. Коре курай ва киникаке састе куре. Пожалуйста, не переживай за это. Отто, конна башо де джикан о торасте шимата на. Упс, я слишком много времени здесь потратил. Кимитачи мо ошигото гамбатте куре. Удачи вам в работе. Соре то, Эли ожо-сан танон да йо. И я, юную мисс Эли я доверю вам. Хай. Ага. Ну что ж, похоже, что инцидент исчерпан. Или нет? Он выглядит как человек, который много думает о тебе, Элли. Он сказал, что он был твоим учителем, но... Да, он был моим репетитором, когда я была маленькой. Хоть я отказалась от него, когда училась за рубежом. Полагаю, он желает стать конгрессменом? Да, похоже, что на выборах следующего года он хочет выдвинуть свою кандидатуру. Хоть он, хотя, учитывая то, что он вроде как не хочет, не планирует присоединяться ни к республиканской, ни к имперской фракции, я думаю, что это будет очень сложно. Но он уже в столь юном возрасте является государственным деятелем. Впрочем, для частного секретаря политика у него неплохое телосложение. Он, случайно, не занимается боевыми искусствами? Если я правильно помню, у него есть опыт фехтования. Конкурент для Клоя? Из-за того, что он выглядит достаточно умелым, я слышала, что он служил как личная стража моего отца, но... Вот как, в таком случае понятно, откуда у него такое хорошее сложение. Так-то, а как то это у нас тут? Грейс, тебе тут только не хватало. Давно не виделись. Я читала по поводу инцидента с монстрами в прошлом месяце, знаете ли. Вы, ребят, неплохо работаете, верно? Мисс Грейс? Спасибо, наверное. Полагаю, вы хотите сказать, что статья была написана не вами? Да, я меня не было в Кроссбелле, я материал собирала. Впрочем, если возможно, я бы хотел поспрашивать у вас кое-что. Кажется, наши подозрения оказались верными. Ну, знаете, когда все написано таким тоном, нам немножко расстраиваемся, знаете ли. Ну, похоже, что вы не понимаете ту любовь, которую я, которая приглядывает за вашим ростом, и имеет пошатное по отношению к вам.
Соре ва со то. IBC ни нанька ёжи? Впрочем, сейчас не об этом. Полагаю, вас какое-то дело в МБК? Иссё не китэру тте кото ва соуса ни демо кита на кашина? Тот факт, что вы здесь все вместе, значит, что вы ведете какое-то расследование? Я, бецни, тайшта кото жа най десь ё. Ну, не то чтобы, ничего такого. Чотто шта тойявасе ни кита даке десь. Да, мы пришли, чтобы собрать немного информации. Элли, молчи, пожалуйста. Майка. Ну ладно. А таши мой согаши, кара. Коно ба ва миногашите агиру. Я тоже не так, так что оставлю это место вам. Соле жа, матта не. Ладно, до скорого. До свидания. Спасибо, наверное, за встречу. Яре, яре. Ай, каваразу май пейс на не сан да на. Да, эта девушка всегда в своем темпе ходит. Дэму, Грейс-сан ни штева, куицки га варукота десне. Но мисс Грейс определенно клинджи. Вроде бы у нас уже было это слово, но я пока опять его забыл. Цепкая. Угу. Цепкая, говорит. Сонна не изогашин дешёка. А если ты была такой занятой? Зарплаты они пошли, день получки. Ну, кстати, тут как раз достойная отмазка, Дамарик. Я бы на их месте так бы и сказал. Ма, кинесай на майта манарита. Сюзай сюрю кота моин дешёне. Ну, из-за того, что это прямо это непосредственно перед Днем города, возможно, ей нужно очень о многих вещах отчитаться. Декилеба, котче но кижи мо акирамете курэру то иин дакэдо. Возможно, я бы надеялся, чтобы она не стала рассматривать нас в своей статье. Ма и. Соро-соро биру ни хайро. Ну, ладно, время заползать внутрь. Соусай ни менкай декинай ка. Укецке де тойявасете минай то на. Давайте попробуем поспрашивать на всякие регистрации, может быть, мы сможем встретиться с президентом. Икимашо. Да, идем. Эй, мы идем в МБК, наконец-то. У-ху-ху. Давно пора, тут что-то застоялись как-то на месте, на ровном. Почему это все было непонятно, да ладно. Неважно. Ирасшаймасе. Кроссвелл Коксай Гинко э ёкосо. Добро пожаловать в Международный банк Кроссбелла. Ара, Элли-сама. Соре ни токумасиенка но катагата мо. Даже мисс Элли и члены специальной службы содействия. Сензиц ва син сервис но тесто ни кёрёк итадайте. Аригатоу гозаимашта. Спасибо за вашу помощь с тестированием новой услуги. Вчера это разве было? Мне кажется, было не вчера, а месяц назад. Окаге-сама де тайхэн кохёу хакусте оримасу ва. Благодаря этому она получила невероятную популярность. Хорошее место счета, там еще часто придется постоять. Дело не в том, что плохое, но или хорошее. Дело в том, что типа ничего не предвещало, а тут с двумя персонажами поговорили, хотя не то, чтобы это что-то позволило нам получить. Ну, типа, очень минимальное раскрытие, которое, мне кажется, было немножко лишним в данном контексте. Ну да ладно. Я просто чувствую некую затянутость в этом месте, которая здесь не нужна. Ну, может быть, я ошибаюсь. Со нан деска? Ну вот как. Очкара ни нарета митай дес не. Похоже, что мне неплохо помогли. Мата наника ареба, ёрошку онегай итасимас. Да, мы рассчитываем на вас, если снова понадобится помощь. Соре де, бонжицу ва доно йона го ёкен дешо? Слушай, какое дело у вас к нам сегодня? Это... Ну... Данфи-сан, джицу ва тойявасетай кото га атте. Я как раз кое-что хотел вас спросить, мисс Лан Фэй. Дитер соусай ва ирашеру дешо ка? Президент Дитер сегодня на месте? Ара, Мария Белл-сама дева наку, Кройс соусай ни го ёкен деска? О, у вас дело даже не к мисс Мэри Белл, а к президенту Дитеру? Апоинто наш народе, мошиваке найн дескедо. Да, хотя мне очень жаль, что у меня не, что я не по записи. Ты же в кисике играешь, алло, я понимаю, хашмал, да, но, типа... Я, конечно, же придираюсь, разумеется, но вот в данном контексте... Я могу понять длинные диалоги, могу понять растяжение хронометража. Но для чего был вот эти два разговора? Ну хорошо, первый разговор, окей, мы раскрыли Элли немножко, да, типа она стала более суверенной и узнали лор за этим парнем, который... Его зовут? Эрнест. К чему был разговор с Грейс, вообще непонятно, вот. Ну типа мы просто узнали, что она куда-то ездила, что она освещает на статьи, и типа она за нас топит. И чё? Чему это было, мы и так это знали? Сретамо... Яхари гофузай дешёка? Пусть даже так, как и ожидалось, сегодня нет на месте? Е, кёва мезураску ирашатте имас ё. Нет, хоть это довольно необычно, для него он сегодня в офисе. Менкай ва дорио но катагата мо го иссё ни.
ваши коллеги будут с вами, когда будете встречаться с ними? То ある事件について少々総裁に相談に乗っていただきたいことがありまして。Мы хотим проконсультироваться с президентом касательно определенного инцидента. Здравствуй, Фёдс, рад тебя видеть. Ну, доброй ночи, да. А, вот как, расключение, где все поймешь. Ладно. Не, я как бы понимаю, что в кизиках нет лишних диалогов, они всегда же как бы делают такие foreshadowing. То есть, ну просто, возможно, я сейчас немножко какой-то, в каком-то таком очень бодром расположении духа, и мне кажется, что немножко затягивает. Ну да ладно, неважно. Хорошо, подождать минуту. Просто, понимаешь, как бы у меня такое ощущение, что сейчас вот что-то случится очень важное в сюжете, а нам этого не дают, и такой, ну блин, ну, да, ну хватит уже, ну давайте, давайте мне эту информацию, пожалуйста. Вот что проблема. Вот он вам зель. Практически все ворота перед ней падают. Как и ожидалось, такое ощущение, что практически из другого мира. Да. Поняла. В том же духе продолжайте. Эли-сама, соусай га оай ни нару соу дес. Мисс Элли, похоже, что президент встретится с вами. Каду хаккоу шимасу ноде, соно мама сайжоукай но соусайцу маде чоксетсу ойки ни натте кудасай. Я выпущу вам пропуск, так что, пожалуйста, идите непосредственно в комнату президента на верхнем этаже. Аригато. Спасибо большое. Ну что ж, пойдем к лифту. А, сошьё. Таскаттайо, Эли. Да, идем. Ты сильно помогла нам, Элли. Сонджама, хаяй гото ожама сыру то сиёка, не? Ну, быстренько начнем его визит тогда. Будь тикшен, выйди из банки, все будет. Так я ж не жалуюсь на его отсутствие. Я тебя понял. Сосай но хея ва сайжоукай даттака. Хорошо, я понял, кошмар. Когда я начну играть в выс, я буду молить о том, чтобы мне дали больше времени на подумать, да? Ну что ж, офис президента на верхнем этаже, верно? Карту митай нано муратте такедо. Аре ва нан нанда? Мы получили эту карточку, что это вообще такое? А, ниншоу ё но карту ё. Это идентификационная карта. Хока но кайша нанка мо хайтте иру кара, канкей но ару фроа де шика орираре най ёу ни штеру митай. Из-за того, что другие компании находятся в здании, похоже, что эти люди могут попадать только на этажи, которые относятся к их месту работы. Наруходу. Security system ka yo. Ага, то есть это система безопасности. Шикаши, сайшин гиджитсу ошиминаку цкаттеру тте канджи да ё на. У меня такое ощущение, что они используют новейшую технологию без... технологии без ограничений. Мото-мото. Кроссбельши ни океру доулёк нетворк кейкак ва. IDC но шудоу да соу дес кара. Изначально Rebel сеть, план Rebel сеть для Crossbell был под водительством МБК, понимаете? Ребят, может вы все-таки поедете и в дороге поговорите, нет? Затем правительство государства вмешалось и все перешло в текущую форму. Перем Тандрит, здравствуй, рад тебя видеть. Даркфак не даст тебе времени подумать, в больнице Вики сегодня сын зачем. Ты про Занаду, да, Тамарик? Хуаса дева, кейкак на 60% на шкин во IBC на текео штейру тока. Согласно слухам, МБК предоставляет 60% фонда по плану. Точка, со датта азио. Ну, выглядит логично. Нокори на 30% га джитшу де, 10% га Эпстайн-зайдан-ну-фтан-датта-кашра. Я думаю, что 30% снабжаются государством, оставшиеся 10% это лежат на плечах фонда Эпштейна. Сыгойно. Хамбун-ижо-му-фтан-штеру-нока. Не, пусть говорят на здоровье, Ники, но можно как-то, не знаю, лифт вызвать и в лифте говорить, пока они едут. Ну, типа, это логичнее было бы, наверное. Удивительно. Они платят больше, чем половину всего, всех средств. Нде, соно фтоппара-но-оядама-га... この最上階にいるわけか。Так, их щедрый большой босс на этом на верхнем этаже, верно? Мне все, ты знаешь, Дамарик, мне все больше и больше подбывает поиграть в одну мою очень старую игру на PSP, причем она моя первая, по сути, игра на PSP, которая у меня была одна, в общем-то, самая первая экшн игра. Вот, мне кажется, что там тоже просто есть что-то подобное, и мне кажется, что было бы интересно не взглянуть в разрезе сравнения, возможно, с теми же ИСами. Посмотрим. Мне кажется, это было бы интересно в какой-то момент какой-нибудь стримчик по этому делу замутить. Карту отскава, не? Да, я воспользуюсь картой.
Или вставил идентификационную карту в слот. 16 этаж, поехали еще. Но... Ага. Ну, все было не настолько плохо, Ники, на самом деле. Они нашли кнопку. Какой кошмар! Сыгойна! Вот это да! Ха! Иканимо мирага какатте масте канджи дана. Да, похоже, это стоило ни одной тысячи мира. Шта но фроа ни ару Эпстайн зайдан но джимушо ни ва нандока кита кото ва аримасу га. Хоть я много раз бывала в офисе фонда Эпштейна этажом ниже. Сайжоукай ва михараши мо какубецу десу не. Вид с верхнего этажа просто невероятный. Да, Хашмал? Можем перезагрузиться, если хочешь. Со не. Да, вы правы. Сосайшиц ва окуно цукиатари йо. Комната президента находится в конце... Омадасе штемо варуй кара, соро-соро икимашо. Этого коридора. Не стоит заставлять его ждать, поэтому надо идти дальше. А. Содана. Да, ты права. Как скажешь, Хашмал? Мне что, жалко, что ли? А. Да. Здесь не поговорили точно. Не все дает президента ждать, потом поговорим еще. Именно так, да, Марик? Именно так. Но ведь ничего не поменялось. Ну ладно. Ну, потому что так построен сюжет, Уильям. Ты же не жалуешься на то, что у тебя в условном Dragon Age одни и те же члены команды? Или где там еще у нас отсутствие видового разнообразия в JRPG? Fantasy Star? Например. Нет. Финалки. Нет, Амарик, это как-нибудь в следующий раз, это лучше за кадром. Оди-сама, Эри дес. Господин, это Эстель. О, хайри тамай. О, заходи. Так просто надо подождать, Вильям, вот и все. Ай, шицурей шимас. Да, прошу прощения. Здрасте. Я, Эри, сашибури да. Здравствуй, Эри, давно не виделись. Хантоши бури край ни нару кана. Примерно полгода, если я не ошибаюсь. Ай, Дита оди-сама мо, о генки соу де нани йори дес. Да, хотя куда более важно то, что похоже, что вы в добром здравии, господин Дитер. Соно, апоинто мо наши не ожамаште, мошиваки аримасе. Я тебе скажу так, Вильям, по моим ощущениям, я не прошел даже одной четверти этой игры. Мне ужасно жаль, что я прерываю вас без записи. Мизуксай кото ва юанайде куретамай. Ох, пожалуйста, не говори подобных глупостей. Хими ва юджин но мусуме де. Вага мусуме но осананажими демо ару. Ты дочь моего хорошего друга и подруга детства моей дочери. Миючи мо дозен джанай ка. Ты для меня почти как семья. Аригато гозаимас. Большое вам спасибо. Кэйсац ни хайтта тою но ва мусуме кара ките ита га. Мы еще даже половину всех персонажей, которые здесь есть, Вильям, не увидели. А уж тем более игровых персонажей. Хоть я слышал от моей дочери, что ты представитель полиции... Сочира но карира га дорио нано ка не? Эти люди твои коллеги? Да, это мои товарищи из специальной службы содействия. Хажимемаште, Ллойдо Баннингс то имас. Привет, Фриша, если ты сейчас это читаешь, не уверен. Я видел это письмо, в смысле, что оно мне упало. Я пока еще не читал, посмотрю после стрима, спасибо, буду иметь в виду. Приятно познакомиться с вами, я Ллойд Беннингс. Ланди Йору Ландо. Йорошикуссе. Рэнди Орландо, приятно познакомиться. Тио Плато дес. Хажимемаште. Тио Плато, как вы... Кроссбелл Таймс де, кими тачи но кото ва ичио шиттейр йо. Благодаря Crossbell Times я кое-что о вас знаю, ребят.
IBC の総裁を務めるディーター・クロイスだ。Я Дитер Кройс, действующий президент МБК. Ллойд-кун, Ранди-кун, Тио-кун. Ллойд, Рэнди, Тио. Доука, ватасино кото ва энрю наку, Дитер то йонде крета мае. Пожалуйста, не стесняйтесь и назовите меня Дитером. Ладно. Я понял, хорошо, Илья, спасибо. Приятно познакомиться было. Има, хага хиката йона. Такое ощущение, что у меня зубы сейчас засияли. А, голливудская улыбка? А, или как у вас здесь это называется? Кросбельская улыбка? Такое ощущение, что он выглядит как невероятно элегантный старик, должен заметить. Так или иначе, по какой-то причине похоже, что ты хочешь проконсультироваться со мной касательно какой-то полицейской работы. Итай, доу шита но ка не? Или золотые фиксы? Тоже возможно, Дамарик. В чем дело? Ай, чицва. Да, я понял, о чем ты кошмал. Не будем развивать пока что эту тему, но да, это очень верное замечание. Причем похоже, что глобус-то земной, а не земурийский. Да ладно. Да, к слову сказать. Мы занимаемся определенным инцидентом и в данный момент находимся в процессе расследования. Наруходо. Ага. Соно ин то яра но доурёк мейлу га IBC кара кими тачи но офис ни окурарете кита но ка. То есть этот ин, или кем бы он ни был, отправил Орбал письмо из офиса МБК к вам, верно? Да, все так. Потому что, скорее всего, это было отправлено с главного терминала в этом здании. Есть высокая вероятность того, что он взял под контроль его, чтобы отправить письмо. А что, если это был тот парень Кулхацкер, которого мы видели в начале главы? Честно говоря, у нас есть уверенность в... Мы уверены в безопасность этого здания. А Хашмала, где про него говорится? Мне даже интересно стало. Токни, таммацсицы гаару фроа нива, кёка саретейру нинген шика хайренай йоу ни штейрунда. Особенно этаж, на котором находится терминальная комната. Туда дозволено входить только... авторизованному персоналу. Да и терминалами управлять могут только те, кому разрешено это делать. Нам очень жаль, но нет ли каких-то подозрительных людей среди персонала, который может управлять терминалами? Кто-то, кто только недавно присоединился к компании, или кто-то, кто делает что-то из рук вон выходящее? Но среди тех, кого я знаю, нет никого, кому я не могу доверять. Лучше скажи вот что, Ллойд. А есть ли другие возможности? Нет, название планеты, Хашмал. А? Например, вот оно что. Оу, какие интересные подробности. Инно шоутай га коно ватаси де кими тачи ни мейлу о окутта тока. Что если я притворяюсь инем и отправил вам сообщение? Что? Маджикайо! Серьезно? Оджи-сама! Господин! Татоэба то иттадаро! Я лишь предположил. Денсетсно шикак то яра но шоутай га ваташи митай на тачиба но нинген даттара наканака омоширой то ва омоу га. Если бы личность легендарного убийцы была бы человеком на моей позиции, это было бы действительно весьма интересно, однако... Сасугани гендзицу ва соко маде кисоу тенгай дева най даро ши не.
как можно предполагать, реальность не настолько фантастическая. Вы даже не представляете, насколько она на самом деле фантастическая, президент Дитер. Ага. Пожалуйста, не пугайте меня так. А вы любите пошутить, да? С моей стороны, это было грубо. Прошу, пожалуйста, подумайте об этом. Допустим, что отправил, что сообщение отправил кто-то из членов моего, ну, кто-то из членов персонала. Не значит ли это, что и я являюсь преступником? Серьезно, Хашмал, скинь, пожалуйста, эту картинку сюда. Мне просто интересно реально посмотреть. Если это реально так, то это очень забавно. Вы определенно правы. С другой стороны, значит ли это, что мы должны предполагать людей за пределами персонала? Тио. Ано мейлга IBC-но таммацкара сиенкани окурарета тою кироку. Согласно записи передачи из терминала МБК в службу содействия. Сорео гисоу суру кото ва кано нано ка? Возможно ли зашифровать ее? Со десу не. Дай подумаю. Бецуно башо кара IBC の端末にハッキングを仕掛けた可能性はゼロではないかもしれません。Вероятность того, что терминал МБК был взломан снаружи, не нулевая. Хаккинг? Взломан? Нанда, соря. Что ты имеешь в виду?私も詳しくは知らないけど。Я не знаю деталей. 確か端末を守っているセキュリティを解除することで不正に操作する技術だったかしら。Если я правильно помню, взлом — это техника, которая позволяет проводить неавторизованные операции путем устранения системы безопасности, которая защищает терминал, верно? В общем и целом, да. Если это терминал, присоединенный к той же Orbal сети, то в теории это возможно сделать откуда угодно. Вот только уровень знаний и умений должен быть невероятно высоким. Поэтому таких людей называют взломщиками или хакерами. Орбал-сеть до сих пор используется только в особо ограниченных регионах в континенте, Похоже, что подобные случаи уже были сообщены. Похоже, что уже о подобных случаях уже сообщалось. Ага. Текутуа. Иными словами... Этот инь не только, не только убийца, но и хакер, да? Сукумадева танте декинайкедо. Хоть я не могу предполагать подобное. Есть вероятность, что подобное письмо было отправлено из-за пределов здания. Ну, как бы, да, почему нет? Я надеюсь, мы сможем разобраться с этим, не сомневаясь в моем достопочтенном персонале, однако... Тот факт, что главный терминал был взломан, сам по себе тоже является серьезной проблемой. Ладно, мы сделаем это. Я все подготовлю, чтобы вы могли войти в терминальную комнату. А? Это действительно можно сделать? Да. Мейн-таммацу сирабелеба, хаккингуно консеки надо га нокоттеиру камо сиренайши. Да, если вы следуете главный терминал, то сможете найти следы взлома. О, привет, Тио! Ты наконец-то сможешь быть полезной. Не то, чтобы от этого была бы бесполезной, но тем не менее. Я соединю вас с персоналом, так что можете задать все вопросы им. Таскаримасу. Это нам очень сильно помогло. Очи-сама, дома аригатоу гозаимасу. Господин, большое вам спасибо. Я, кочира ни тоттемо мисугосенай мондай дакара не. Да ну что, для меня это проблема, с которой нужно разобраться. Скажи, Элли. Только вот Элли. Наконец-то джиу-джитсушта хибио сгоште ирио джанайка. Похоже, что ты живешь во вполне себе удовлетворительной... Ну, ты доволен сегодняшней жизнью, да? Сайшоу кими га кейсацу ни хайтта то киите,
少々疑問に思ったものだが。Сначала, когда услышал, что я присоединился к полиции, у меня были некоторые сомнения касательно этого, однако... なるほど. 確かにいい経験ができそうな職場だ。Сейчас я вижу, что это определенно то место, где ты могла бы набраться хорошего опыта. 私も改めて応援させてもらうよ。Пожалуйста, позволь мне официально помочь тебе. Отчи-сама. О, господин. そう言っていただけると、とても心強いです。Слушать это очень обнадеживающе для меня. それに君たちも。Ну и ребят тоже. 雑誌で読んだ以上に可能性を感じさせてくれるね。Надеюсь прочитать о вас больше в журналах. Да. А? 気づいているだろうが、このクロスベルという自治州は非常に難しい場所だ。Почему здесь этот трек играет? Это было внезапно. Я уверен, что вы понимаете это, но... Это государство под названием Кросс было невероятно сложное место. Вероятно, что вы все об этом хорошо знаете, но... 一番問題だと思われるのは、正義というものが完全に形骸化してしまっていることだ。Первостепенная проблема, которую я могу подумать, это то, что справедливость совершенно потеряла свое значение. Справедливость потеряла... Что вообще имеете в виду? Сэгива! Тому сэрэба, кирэйгота то унажи ими то тораэрарэру баай му оуи дару. Есть очень много случаев, где справедливость... ассоциируется со словом отбеливание. Арикатам хито соре-зоре. Дакара, сэйги надо ва сонзай шинай то усобуку моно мо иру камоширенай. Каждый человек смотрит на вещи со своей колокольни. Вот именно поэтому есть, могут быть также люди, которые хвастаются тем, будто справедливость не существует. だが、どんな形であれ。Только вот неважно, какую форму она принимает. 結局のところ、人は正義を求めてしまう生き物なのだよ。В конце концов, люди — это создания, которые ищут справедливость. Какие-то очень уж громкие слова, особенно от человека, который заведует банком. Фиши! Кто га... сэги о мотомеру икимоно? Он определенно пытается пустить там пыль в глаза, что мне не очень нравится, откровенно говоря. Люди — это создания, которые ищут справедливости? Назе нара? Сэги тою моно ва, хито га шакай о синдай сыру конкё дакара да. Если то, что вещь под названием справедливость является основой надежного сообщества... Мощь, ханзай га окотта токи ни, соре о хо ниотте сабак тою сэги га сонзай шинакереба. Если в то время, когда происходит преступление, справедливость, которая определяется законом, не существует. Большинство людей просто запрутся в домах и не будут выходить на улицу, верно? Если бы так записали дела, социальная жизнь бы закончилась и стала бы просто невозможной. だが、このクロスベルでは、正義の形が曖昧でもなんとか成り立ってしまっている。Впрочем, в Кроссбеле, хоть своеобразная форма справедливости и труднодостижима, она все же существует. それは…政治の腐敗や、マフィアの問題。Политическая коррупция, проблемы с мафией… それを警察が取り締まらなくても、経済的には恵まれているから、多くの市民は生活に困らない。Полиция не контролирует их, множество людей не будут жить в бедности из-за экономического процветания. 結果的に単純犯罪は少ないが、目に見えない悪がはびこっていく。Конечный результат в том, что простые преступления малочисленные, но невидимое зло распространяется. だが、そんな中でも、やはり人は正義というものをどこかに求めざるを得ない。Впрочем, даже в этой ситуации, если вы ожидаете, люди должны искать справедливость где-то. В каком виде они, сакай о синдай декиру, аншинкан о хосите шимау кара да. Потому что неважно, какую форму она принимает, люди
жаждут ощущения безопасности, которое может достичь, которое может быть достигнуто в надежном сообществе. Вот почему настолько высока популярность брайсеров в Кроссбелле. Защищать безопасность граждан с максимальным приоритетом. Определенно выглядит как Лига справедливости, не так ли? なるほどね. Да уж. 他の国に比べて妙に遊撃士が持ち上げられてるとは思ったが. Значит, мне не казалось, что по сравнению с другими странами брайсеры здесь как будто бы на удивление сильно хвалятся. とても納得がいきます. Полностью согласен. Дага, 知っての通り. 遊撃士協会が行使できる正義はあくまで限定的なものだ. Но, как вы все знаете, упражнения брайсеров справедливости имеют свои пределы. Для них невозможно разрулить несправедливость этого города, который лежит в его основе. Вот именно поэтому я... Вот почему я ожидаю величайших свершений от вас. Вы говорите, что мы одолели зло вместо брайсеров? Ну, это было бы логично, Рэнди. У меня нет намерения говорить что-то подобное. Вы, ребята, преследуете справедливость как-то по-своему. Я думаю, что очень важно продемонстрировать жителям этого города это преследование в той форме, в которой они могут увидеть. Справедливость все еще существует в Кроссбелле. И вы говорите, что мы дали жителям, гражданам причину верить в это. その通りだ. Именно. その意味では, あの Кроссбелл Таймс の記事 も 非常に 有意義だと言えるだろう. В этом плане можно сказать, что статьи Кроссбелл Таймс невероятно важны. まだまだ 未熟な 警察の 若者が, 時に 失敗しながら, 正義を 求めて 奮闘する 姿. Хоть вы все еще неопытный юный офицер, и хотя вы, может быть, и совершаете ошибки иногда, похоже, что вы превозмогаете все сложности и ищете справедливость. Вот те, кто смеются над вами, но граждане с негативным мнением о вас будут малочисленны. Даже если есть разница в методах, все будут ждать величайших свершений от вас. Очень приятные слова, на самом деле. Спасибо. どうやら今日に乗って一石ぶってしまったようだな. Однако есть одна маленькая проблема. Все мы знаем, что... Ну, короче, я не буду долго размышлять об этом, но, в общем, мне кажется, что с одной стороны это очень лестные слова, с другой стороны, я не могу назвать их не искренними, но величайшие люди... являются в том числе величайшими спикерами, а величайшие спикеры, как мы знаем, умеют взывать к сердцам людей, при этом не оставляя ничего в мозгах. И вот это вот самое подозрительное здесь во всем. То есть, да, это красивые слова, но они общие и какого-то значения особого не несут. Да, они пытаются нас воодушевить на какие-то подвиги, пустить пыль в глаза, но на самом деле все, что они делают, это пытаются расположить к себе, по сути. И вот это меня очень сильно напрягает в данной ситуации. Похоже, что я... дал вам замечательную речь в этот момент. Вернемся к главному делу. Я говорил о том, чтобы дать вам разрешение на то, чтобы войти в терминальную комнату, верно? Но... Да, пожалуйста. Куда нам отправиться с этим разрешением? Дайте подумать. Из-за того, что я могу входить в терминальную комнату, я бы был счастлив проводить вас туда самостоятельно, но... К
сожалению, в данный момент я буду занят различными делами. Простите, пожалуйста, если когда мы пришли к вам, когда вы были очень заняты. Пожалуйста, не переживайте за это. Однако, возможно, ли стоит позвать кого-то из... Из персонала? Я чуть позже объясню тебе момент. В этом нет нужды. Воу, какой голос. Здрасте. А? Бель! О, каэттекитага! А, ты вернулась. Отосама, тадайма модоримашта. Папочка, я вернулась. Какая интересная девушка. Чёлка только ужасная, но в остальном всё нормально. Эри, хисашибури дасуа не? Нелли, давно не виделись. И да, сразу видно, что девушка из Кроссбола, понятно почему, да? Ну, я думаю, не стоит акцентировать на это внимание, но вы и так всё понимаете. Чё-то... Ааа, so cute and nice. Никагэцбури дасуа не? Ну, с тобой два... Это уже два месяца прошло, да? Ну ты как будто бы похудела. И румянец, значит, как Элли. Как будто бы у тебя и руки, и ноги чуть тоньше стали, нет? Я тренировалась, поэтому это всего лишь немного мускулатуры. Так что, скорее даже наоборот, я думаю, что я даже немножко поправилась. Наруходо. Вот как? Говорите мне,ба, кинику но шинаякаса о канжимасу ва не? Я буквально теперь чувствую гибкость твоих мышц. Коре ва коре де, наканака но каншок десу ва? Должно быть, что это довольно приятное ощущение. Может быть, об этих ощущениях лучше поговорить в более идеальной обстановке, девушки? Мне кажется, на вас смотрят. Прекрати. Какой удивительный человек. Это две красавицы находятся в объятиях друг друга. Одно это является прекрасной картиной, не так ли? Куда более верно было бы сказать, что они не просто выглядят как простые друзья, а... Ну, может быть, да, закончим на этом обжимание? У нас тут другие гости, между прочим, есть. Позвольте вас представить. Элли, а можно вопрос, почему ты смотришь на Дитера, который знает, кто такая Мэри Белль? Может быть, надо посмотреть на Ллойда, на Тиу, на Рэнди, но не на Дитера. Что ты делаешь, девочка? Это Мэри Белль, дочь президента и моя лучшая подруга. Белль, эти люди являются моими коллегами. Ллойд, Рэнди и Тиу. Достаточно представлений. Я сама все раз изучу. Что? Вот как? Нарика. Что? Ты прошла. Ты проходишь. Ты такая милая. А вот вы двое провалились. Чё? А, ну то есть... муж ненавистничество confirmed, да? Или как? Ну какого? Подумать только, что эти жалкие мужчины находятся рядом с моей Элли. Эйдос мо юрусазару шогё десу ва не. Даже богиня не простит этого. Мусакурушите. Вы сказали, жалкие? Чё-то, Белль! Слушай, Белль... Дайтай нан десу но? Соно рафсугиру фуксон ва? Что с этими... Одежда слишком проста. Семете суц курай киру нога рэги то ю моно десу ни. Ну, хоть бы провели какие-то манеры и одели бы костюм. Коре ва соно... Но это... 街中や市街で捜査活動するときは
この方が都合がいいと言いますか。Для расследований и прогулок по городу эта одежда куда более удобная. Достаточно извинений. Вот именно поэтому я не хотел, чтобы ты присоединялась к людям подобным полиции. Было бы куда более ценно для тебя, если бы ты помогала мне с моей работой. Ну ладно тебе, Белль. Мориагатているようだね. Похоже, что довольно живенькие. Вакаймоно ва вакаймоно доуши де синкоу ататамете куретамай. Прекрасно, молодые люди, вам явно стоит быть дружелюбнее. Яксоку но джикан нано де, ваташи ва соро-соро шицуре суру йо. Время отправляться по делам, так что прошу меня извинить. Бэр, ато де карера о таммацу шицу ни аннай шите агетамай. Бэр, пожалуйста, проводите их людей в терминальную комнату. 端末室？どういうことですの？テルミナルのこと？ちょっとプレス。事情は彼らから聞くといい。お願いします。それでは、さらばだ。ま、あ、теперь счастливо。Какая интересная у вас улыбка。Ух。ビルケスチュウチ такой сюда неплохой. Что ж, если вы могли, пожалуйста, быстренько нас проводить. Наш разговор еще не окончен. Да-да-да, Хашвал, я тоже еще на его напомнил сразу же. И вот этот рыжик с этим... с этой яркой внешностью. Хоть у тебя и хорошее телосложение, мог бы подобрать себе костюмчик более подходящий. Ореска? Ты что, обо мне? Привет, дядя Грэнди, рад тебя видеть. Спасибо. Я... Но ты... Неккара но особенин даши на. Но я ведь истинный плейбой. А, соре ни... Соицу митай ни... Йору но окужоу де доурио но ожоу-сан то ии фунинки ни наттари шинай ши. О, но знаете, я бы не пытался... устроить прекрасную атмосферу с нашей коллегой Миледи на крыше ночью, как вот этот парень. Упс. О, Рэнди, это было не по-товарищески. Или ты решишь ревновать и таким образом решил спустить всех собак на Ллойда. Ууу, ты какой подлинный, Рэнди. Ай-яй-яй-яй. Что ты сказал? Ланди, о май... Рэнди, ты... Пожалуйста, не говори вещи, которые можно неправильно понять. Ну, я бы не сказала, что это такое уж недопонимание. Ах ты ж, Тио, какая ты... Ух... Похоже, что и с Элли тоже стало намного лучше. Тио-чан... Тио! А, Тио, мо хиккаки мавасанай де кре. А, достаточно, Тио, пожалуйста, не смущай ее. Лучше, Ллойд, начни смущать Тио, пожалуйста. Сразу переключите тему, ага. Ллойд-сан, ты так осилил? Девушка, которая одной рукой за шкирдон поднимает Ллойда в воздух. Однако, здравствуйте! Можно мы пойдем, пожалуйста, по-быстренькому, да? Мне кажется, даже Эриком такой была не способна. Хотя, учитывая то, что она одной рукой смогла разбить ящик. Свет, свет, свет. Боги, пресвятая богиня, спаси меня, пожалуйста. Господин Ллойд, верно? Позволите поинтересоваться некоторыми деталями касательно того, что она только что сказал, что он только что сказал. Какие бесстыжие вещи вы творили с моей Элли? Я ничего не делал. Элли, почему ты просто стоишь и ничего не делаешь? Ну, в смысле, Элли? Я не понял. Ладно, я поняла ситуацию. В таком случае мне стоит проводить вас в терминальную комнату?
Да, если можно. Эй, Эли на тадоми нара. Юма де мари масен кедо. Ну, конечно, если запрос от Эли, то даже спрашивать не нужно, но это гокай ва токета хацу дева. Мне казалось, что недопонимание было разрешено. Ма, и дешо. Ладно, неважно. Токуму сиен ка. Watashi mo dono teido no mono ka kininatte imashita shi. Специально нужно содействие. Я тоже беспокоилась по поводу того, что это такое, что это за вещь такая. Эри но доулио ни фсавашии ка? Аната ни шоумен шите итадакоу ка сиру? Являетесь ли вы достойными коллегами для Элли? Вы можете меня уверить в этом? Ага. Ага, почему только я? Ее взгляд прикован исключительно к нему. Мое почтение. Белл, и каген ни сте. О, прекрати, Белл, хватит. Таммацшицу ни аннай ште куренай но? Может быть, уже проводишь нас в тренальную комнату? Мочирон, аннай шимасу. Конечно, тебя провожу. Таммацшицу ва IBC билль но чика 5-кай ни сетчи сарете имасу. Тренальная комната находится на 5-м этаже здания МБК. Са, элеветор ни норимас ва ю. Пройдем к лифту. Удивительная женщина. Соно, варый хито жанай но ё. Она неплохой человек, знаете ли. Простите. Тада чотто гоин тою ка, кодоурёк га ари сугиру тою ка. Просто, ну я не знаю, может быть она слишком заботливая или слишком энергичная. Шикаси, ояджи-сан то ии, ятара то пауэрфул на ояко да ё на. В любом случае, и она, и ее отец довольно мощная парочка. Сасуга. Тенка но IBC но оунер то итта токоро дешоука. А чего еще ожидать от владельцев всемирно известного МБК? Ну что ж, о том, что же нас ждет в терминале комнате, дорогие зрители, мы узнаем в следующем эпизоде. Пока что прощаться. Большое спасибо за ваше внимание. До новых встреч. Увидимся.